подожди. Итак, сегодня я покажу несколько таких способов, если тебе что-то лень делать. Короче, смотрите. Если ты пришел в гости и заметил себе на пальце дырку, попроси у хозяина фломастер. И иди куда-нибудь сходи. Спасибо за фломастер. А если ты лежишь и тебе лень выключить, то возьмите телевизор и выкиньте его. А если вам надоел компьютер, сделайте из него планшет. Отрывите от него клавиатуру и вуаля, готово. А если вы не можете крутиться, как я, то просто сядьте и сидите на своей пятой точке. В любом случае, танцуйте! А вообще, вам такие вещи нужны, чтобы спокойно облокотиться и упасть? Вот это будет белый юмор. А теперь немного грустно. А если у вас заболел стронка, то придите ее и навестите. Привет, Машурка. Ну что, ты болеешь, да? Давай тебе закапаем носик. Это рот? Это рот. Давай. Ой, лиза попала. Чего? Сама прозни. А если вы заболели, то лежите вместе с... Задавайте вопросы по поводу меня и моей сестры. Да не кашляй ты! Мы едим витаминки. Сейчас по образованию очень жжет.